О, нет! Эти бочки несутся на других рыцарей! Ой! Помогите! Помогите! Выхлоп! Наши друзья-рыцари застряли в бочках! Нам надо их спасти! Слушай, один из рыцарей в этой зеленой бочке! Сэр, вспыш! Держитесь! Я скоро освобожу вас своим щитом! Ура! Я спасена! Помогите! Звучит так, как будто рыцарь есть внутри одной из тех бочек. Сэр Вспыш спешит на помощь! Чтобы спасти этого рыцаря, надо выяснить, в какой он бочке. Сэр Вспыш, я в самой большой синей бочке! Какая из этих бочек самая большая и синяя? Вот это! Разнеси ее, Вспыш! А! Свобода! Следуй за бочками! Сэр Вспыш! Я внутри самой маленькой красной бочки! Какая бочка самая маленькая и красная? Вот это! Ха-ха, отлично! Спасибо! Нам осталось спасти еще одного рыцаря! Он в одной из тех бочек, несущихся к обрыву! Надо спешить! Эй, Джей, поддай-ка скорости! Сэр Вспыш! Я застрял в желтой бочке среднего размера! Которая бочка желтая и среднего размера? Вон та! Вижу! Отлично! Да! О, как же все кружится! Ура! Ура! Чудесно, сэр Вспыш! А ты правда молодец! И начали! О, муравей сильный! Супер сила муравья! Ворота такие! Подышь, подышь, подышь! Вперед! Скорее разобьем те ворота! Посмотри! Эти, кажется, еще крепче предыдущих. Надо найти что-нибудь тяжелое, чтобы их сломать. О, смотрите, что Зэк нашел! Пуговица и монета! Ого, на вид они тяжелые! Чтобы сломать ворота, я должен бросить то, что тяжелее! Пуговица весит 2 грамма, а монета весит 5! Что тяжелее, пуговица или монета? Монета, верно! 5 граммов тяжелее, чем 2! Пора применить суперсилу муравья! Ура! За мной! Нужно что-то очень тяжелое, чтобы разбить эти ворота. Эй, посмотри туда! Там зубная щетка и карандаш. Зэк не знает, что из этого тяжелее. Давай проверим. Зубная щетка весит 7 граммов, а карандаш весит 5. Что тяжелее, зубная щетка или карандаш? Зубная щетка, да! Суперсила муравья! Смотри, это последние ворота! Посмотрите, что нашел Зэк! Большой апельсин и бейсбольный мяч! Отлично, Зэк! Посмотрим, что из них тяжелее. Апельсин весит 8, а бейсбольный мяч весит 12. Что весит больше, апельсин или бейсбольный мяч? Бейсбольный мяч, да! Супер! Сила! Муравья! Отлично!
Молодец, муравей Вспыш! Ого! Я Вспыш на... задании! Да! Отлично! Угу! Сработало! Эй, смотрите! Впереди еще туннели! Выхлоп! Этот туннель захлопнулся! Попробуем другой Вспыш! Ой-ой! И этот закрылся! Чтобы выбраться, надо понять, какой туннель останется открытым. Согласно компьютеру, мы можем пролететь только через тоннель с лазерами основных цветов. Основные цвета — это красный, желтый и синий. Посмотрите на них. В каком тоннеле есть красные, желтые и синие лазеры? В этом, верно! Да! Получилось! Пролетели! Скорее, помогите понять, куда лететь дальше! Помните, нам нужен тоннель, где есть лазеры основных цветов. Красный, желтый и синий. В каком тоннеле есть красные, желтые и синие лазеры? В этом тоннеле! Точно! Ха-ха! Мы почти выбрались отсюда! Осталось пролететь через последний туннель с вонь лазерами. В каком тоннеле есть лазеры всех основных цветов? В этом тоннеле! Да! Получилось! Вот так! Что это за звук? Цветы молотки! Ой-ой, эти цветы молотки колотят по земле изо всех сил! Их впереди еще много! Помогите проскочить мимо! Где мне стоит проехать? Слева или справа? Конечно, слева, да! Там же нет молотков! А сейчас где мне проехать? Слева или справа? Да, справа! Мы почти у подножья холма! Осталось только объехать самые большие цветы и молотки! По какой стороне надо ехать? По левой? Или по правой? По левой! Да! Ура! Получилось! Это половина ковра самолета. Чтобы он полетел, нужна вторая половина. И смотрите, мне кажется, тут можно найти вторую половину ковра. Как определить, какой кусок нужен? Нужно найти тот, что сделает ковер симметричным. Да, предмет называют симметричным, если он выглядит одинаково с обеих сторон. Смотри, проверим, симметрично ли это. Ковер выглядит одинаково с обеих сторон? Нет, эти половины разные, а значит, несимметричные. Эй, а если вот так? Ковер выглядит одинаково с обеих сторон? Да, он симметричный. Обе стороны выглядят одинаково.
Мы починили ковер в самолет! Ну, вперед, друзья! Полетели! А? Он больше не летает! Но посмотрите! Вот часть другого ковра самолета! Если найдем вторую половину, сможем взлететь повыше! О, вот кусок! Кажется, он симметричный! Ковер с обеих сторон одинаковый? Да, он симметричный! Ха-ха! Держитесь! Алаказум! Мы почти добрались до камня! Надо починить последний ковер-самолет, и тогда мы сможем взлететь! Вот, попробуем этот кусок! Ковер симметричный? Нет, поищем еще! Эй, давай проверим этот! Ну а теперь он симметричный? Да, обе стороны одинаковые! Все на борт! Ю-ху! Я нашел свой зеленый камень желаний! Эй, Крюк, осторожно! Спасибо, Вспыш! Похоже, на этом мосту все-таки есть пара ловушек. Ой-ой! На этом мосту полно ловушек! Если мы поедем по ним, мы порвем шины! Горе мне! Мы ни за что не найдем сокровища из-за ловушек у нас на пути! Не сдавайся, Крюк! Я знаю, как нам перебраться! Посмотри, в какой-то момент ловушки появляются на синей стороне моста, а в какой-то — на оранжевой! То есть, чтобы перебраться, надо ехать быстро и уворачиваться от всех этих ловушек. За мной, капитан! Ха-ха! Помоги мне вести Вспыша, чтобы он не наехал на ловушки на этом мосту. Чтобы объехать ловушки, куда нужно ехать? По синей стороне или по оранжевой? По синей! Отлично! Ага! Никаких ловушек тут нет! О, нет! Есть ловушки! По какой стороне нам нужно ехать? По синей стороне или по оранжевой? По оранжевой! Да! Да! Мы молодцы! Но смотрите в оба! Впереди еще больше ловушек! На какую сторону нам ехать? На синюю сторону, да! У-ху! Круто! Смотри, мы почти проехали мост! Ха-ха! Надо объехать всего одну ловушку! По какой стороне ехать? По оранжевой! О, да! Я-ха! Отлично! Мы справились! Вот так, кладоискатели! Ха-ха! Теперь никто нас не остановит! Ой-ой, машинка вот-вот упадет в воду! Надо найти что-то безопасное, чтобы он приземлился. Что-то, что плавает. Эй, может что-то из этого? Здесь камень и кусок дерева. Хм, как думаете, что поплывет? Камень или дерево? Ладно, посмотрим. Дерево плавает! Да, оно легче, и его плотность ниже, чем у камня! Оно плавает! Ура! Я спасен! Помогите! Скорей, поищем что-нибудь, что плавает, чтобы спасти ее! Эй, а вот это не поможет? Здесь есть дырявая коробка и коробка без дыр. Как думаете, какая коробка будет плавать? Коробка с дырами или без дыр? Что ж, посмотрим.
Смотрите, коробка с дырами пропускает воду и тонет. А коробка без дыр не пропускает воду и может плавать. У-ху! Ух ты, вы спасли меня! Так держать, Вспыш! Нам осталось спасти всего одну чудо-машинку. И нам лучше поторопиться. Смотрите, тут надутый пляжный матрас и матрас без воздуха. Как вы думаете, какой поплывет? Ладно, надо взять и проверить. Матрас, надутый воздухом, поплыл! Да, воздух очень легкий и помогает оставаться на плаву. Ха-ха! Спасибо, Вспыш! Всегда пожалуйста! Пещерная лягушка должна быть внутри! Вперед! Интересно, куда нам ехать теперь? Мы поедем со звуковыми волнами от лягушки. Когда услышите кваканье, ищите звуковые волны. Из какого тоннеля вышли звуковые волны? Из синего тоннеля. Квакающая пещерная лягушка там! Посмотрите, еще тоннели! Помогите понять, куда нужно ехать. Ищите звуковые волны. Из какого тоннеля вышли звуковые волны? Из зеленого! Смотрите, еще тоннели! Смотрите, откуда идут волны. Из какого тоннеля вышли звуковые волны? Из фиолетового тоннеля! Сюда! Эй, смотрите, пруд с лилиями! Минуточку! Так должно быть, это дом пещерной лягушки! Где здесь квакающая лягушка? Да, вот она! Мы нашли ее! Ха-ха, да! Я Бурав, чудо-машинка! Работает, Вспыш! Ты смог вырыть тоннель в снегу! Слушайте, кажется, это пингвины! Да! Нам надо понять, куда рыть, чтобы добраться до пингвинов! Помогите нам! Чтобы добраться до первого иглу, надо рыть вверх или вниз? В какую сторону? Вверх или вниз? Вниз, да! Вот ваш заказ, пингвины. Одна пицца с двойными кубиками льда. Скорее, едем искать остальные иглу. Пока, пингвины. Пока. Я слышу пингвинов. Чтобы добраться до иглу, мы можем рыть тоннель вправо или влево. Какую сторону нам рыть? Влево или вправо? Вправо! Да, мы нашли! Особая доставка! Одна пицца с большим мороженым! Угощайтесь! До встречи, пингвины! Нам осталось доставить пингвинам всего одну пиццу! Чтобы добраться до последнего иглу, нам рыть вверх, вниз, влево или вправо? В какую сторону? Вверх! Да! Отлично! Вот, берите, пингвины! Это свежая
и вкусная пицца с фруктовым льдом! Кажется, пицца с фруктовым льдом – это их любимая! Посмотрите! Мы доставили пиццу обезьянкам и пингвинам! Чтобы победить в пиццагон... Люлька! О, да! Я чудо-машинка Автовышка! Прыг-прыг-скок! Спокойно, попрыгунчик, мы рядом! Посмотрите! Люльку можно перемещать вверх, вниз, влево и вправо! Прыг-прыг! Куда подвинуть люльку, чтобы достать попрыгунчика? Вверх, вниз, влево или вправо? Вверх! Попрыгунчик! Прыг-прыг-прыг-прыг-скок! Прыг-скок! Ха-ха! Прыг-скок! Держись, попрыгунчик! Автовышка уже в пути! Прыг-скок! Чтобы спасти попрыгунчика, нужно сдвинуться вверх, вниз, влево или вправо! Влево! Да! Остался всего один попрыгунчик. Выхлоп! Маленькая бабуля-попрыгунчик на вершине той горки. Автовышка спешит на помощь! Чтобы спасти последнего попрыгунчика, нужно сдвинуться вверх, вниз, влево или вправо. Браво! Держись! Мы спускаемся! Молодчина, Эйджей! Ты тоже, Вспыш! Кстати, посмотрите! Нужно было спасти еще... Вспыш, берегись! Рельсы впереди расходятся, и один из путей ведет в тупик. Скорее, помоги решить, куда мне ехать. Что нам выбрать, дорогу вниз или дорогу наверх? Дорогу наверх, верно! Ура! Мы сделали правильный выбор! Осторожно, народ! Впереди еще одна развилка! Что нам выбрать, дорогу вниз или дорогу наверх? Дорогу вниз, верно! Отлично, Вспыш! Мы почти выбрались! Впереди осталась одна развилка! Что нам выбрать, дорогу вниз или дорогу наверх? Дорогу наверх, да! Да! Ржавую железную дорогу! Гремящие башни! Вот она! Трасса Дикий Буйвол! Ух ты! Ух ты! Что ж, теперь нам осталось сделать лишь одну вещь! И что же, Старла? Оседлать трассу! И-ха! На старт! Внимание! Вскачь! Смотри! У-ху-ху!
Сейчас и дикий буйвол просто дикое веселье! Это точно! О да! Мы чудо-машинки! Скоростные поезда! Вау! Вперед, скоростные поезда! Нам прямо! Интересно, что это за звук? Ой-ой, похоже, что это... Большероги! Выхлоп! Они столкнули вонючие мусорные баки на рельсы! Помогите нам объехать их! На каких рельсах мусорные баки? На синих! Да! Скорее, Спаркл, на другие рельсы! Ой-ой, похоже, что большероги сбрасывают еще баки. На каких рельсах мусорные баки в этот раз? На желтых рельсах. Вспыш, прыгай! Отлично! Смотрите, туннель заканчивается. Но большероги вернулись. И на этот раз сбросили баки на два пути. На каких рельсах мусорные баки? На синих и красных. Прощайте, большероги! Да! Я теперь чудо-машинка, цирковая пушка! Да! Пора спасать цирковых куриц! Ну как понять, куда целиться? Ха! Лучше спросить! Хорошо! Первая курица сказала, она в большом зеленом пузыре. Используем сравнение, чтобы найти его. Какой зеленый пузырь самый большой? Этот! Верно! Готов к запуску, смельчак? Готов! Цирковая пушка! Огонь! Опа! Да! Сработало! Стоп! Слушайте внимательно! Я слышу еще одну курицу! Там, среди пузырей! Она говорит, что она внутри среднего фиолетового пузыря. Где средний фиолетовый пузырь? Да, вот он! Цирковая пушка! Огонь! Я-ху! Иха! Слушай, кажется, последние две курицы где-то в тех пузырях. Вон там! Говорят, что они внутри синего, и на нем много пятен. Видишь синий пузырь, на котором много пятен? Вот он! Ха-ха! Вот это умелое сравнение! Мы справились, смельчак! Мы спасли всех кур из этого болота! Робо-сила! Бластер робота стреляет силой 9! А моя сила 5! Что больше, 5 или 9? 9! Да! У этого бластера силы больше! Чтобы увеличить силу, надо бежать быстрее! Ладно, тогда вперед! Ха-ха!
Смотри, моя сила поднялась до 7, а у бластера все еще 9. Что больше, 7 или 9? 9! Значит, сила у этого бластера все еще больше. Мы должны победить робота. Вот если бы мы смогли двигаться еще быстрее. Эй, у меня есть идея. Мы придадим нашему роботу суперскорость. Да! Чтобы придать роботу суперскорость, крикни: гони! Гони! Смотри, моя сила уже 10, а сила бластера все еще 9. Что больше, 10 или 9? 10! Значит, моя сила больше! Да! Мы справились! Эй, молодец, Вспыш! Молодец, робот Вспыш! Ты герой! Вы слышите корову? Да! Я ее вижу! Держись там, коровка! Ковбой Огурчик тебя спасет! И-ха! Отлично! Молодец, Ковбой Огурчик! Не за что, коровка! А теперь используем наблюдение, чтобы найти остальных коров. Слушайте внимательно. Слышите ли вы корову в том тоннеле? Не-а, это лягушка. Послушаем в этом тоннеле. Слышите корову? Да! А вот и она! Ковбой Крушила ее спасет! Я! Да! Да! Молодец, Ковбой Крушила! О, да и не за что! Осталось спасти всего одну корову! Надеюсь, мы ее услышим! Слышите корову в этом тоннеле? Нет, это обезьянка! Слышите корову в этом тоннеле? Не-а, это птица! Слышите корову в этом тоннеле? Да! Смотрите, а вот и она! Ой-ой, она не может остановиться и вот-вот сорвется с того разрушенного пути! Чтобы спасти эту корову, нам нужна ковбойская суперскорость. Чтобы придать нам суперскорость, скажите: гони! Гони! Поймал! Получилось, ковбой Вспыш! О, не за что, коровы! Ой-ой, кран сейчас сбросит яйца! А если яйца упадут, то разобьются! Нам надо поймать яйца чем-то легким и мягким до того, как они упадут! Посмотри, можно взять что-нибудь из этого! Тут подушка и куча кирпичей! Что мягче, подушка или кирпичи? Подушка, да! Она поможет нам поймать яйца. У-ху! Мы поймали их все! Надо поймать яйца, которые упадут из того крана. Чтобы поймать яйца, можем взять пакет зефирок или бревно. Что мягче, зефирки или бревно?
Рогги! Верно! Отлично, Вспыш! И смотри, остался всего один кран! И сейчас он уронит яйца! Нужно поспешить! Я вижу сковородку и плюшевого мишку. Что мягче, сковородка или плюшевый мишка? Плюшевый мишка, да! Отлично! Мы поймали все яйца! А теперь давай сосчитаем их на калькуляторе. У нас было 44 яйца. Плюс 9 мы поймали подушкой. Плюс 7 мы поймали зефирками. Плюс 10 мы поймали плюшевым мишкой. Теперь мы нажмем кнопку «Равно», чтобы узнать, сколько яиц мы нашли. Где кнопка «Равно»? Вот она, да! Всего у нас 70 яиц! Ого! 70 яиц! Еще немного, и у нас их будет 100! Достаточно, чтобы выиграть кубок! Вперед, Вспыш! Ты их найдешь, а я сосчитаю! Опускаем разводной мост! Ой-ой, не опускается! Мост застрял! Не волнуйся, Эй-Джей! Я знаю, как опустить разводной мост! Мы придавим его, положив на него что-нибудь тяжелое. Стальные балки и поролоновые палки. Ну же, давайте посмотрим, у чего больше масса. Масса стальных балок 10 килограммов, а масса поролоновых палок 2 килограмма. Что больше, 10 или 2? Да, 10! У стальных балок масса больше. Смотрите, разводной мост начинает опускаться. Да! Воу, но мост пока не опустился до конца. Ты прав, Зэк. Чтобы опустить его, нужно еще больше массы. Это Старла! Привет, большой груз, Вспыш. Слышала, тебе нужно больше массы. Посмотри, что у меня есть. Плюшевые мишки и якоря. Замечательно, Старла! Ну же, проверим их массу! Масса мишек 3 килограмма, а у якорей масса 9 килограммов. Что больше, 3 или 9? 9, верно! Значит, у якорей масса больше! Тихо! Спустить якоря! Вы только посмотрите! Мост опустился еще больше! Но чтобы опустить его до конца, нужно еще больше массы! Эй, я знаю! Я же теперь большегруз, а у большегрузов большая масса! Может, я заеду на мост? Вперед! Поезжай, Вспыш! Хорошо, поехали! Гляди, Вспыш! Вот и приемная доктора! Вперед, Эй-Джей! Пора доставить туда лекарства! Спасибо вам за помощь! Пока-пока! Удачи! Посмотрим. Мы весим 15. Чтобы мы могли подняться, вторая корзина должна весить больше 15. Глядите туда! Горные лягушки! Привет, горные лягушки! Вы поможете сделать ту корзину тяжелее? Лягушки прыгают в корзину! И корзина становится тяжелее! С этими лягушками корзина стала весить столько! Что это за цифра? 6, верно! Но это еще не так много, как у нашей корзины! Точно! Наша корзина весит 15! Чтобы поднять ее, корзина с лягушками должна весить больше 15! Посмотри, в корзину прыгают еще лягушки. Сколько она весит теперь? 11, да!
Но 11 все же не тяжелее, чем 15. Корзина лягушек должна весить больше. Эй, лягушки, нам нужно еще чуточку веса. А теперь сколько весит корзина с лягушками? 15, да! Теперь корзины весят одинаково. Едем вверх! Смотрите, наши корзины сравнялись. Привет, лягушки! Чтобы мы поднялись наверх, корзина с лягушками должна стать тяжелее нашей. Узрите! Еще лягушка! Да, и она очень большая, не так ли? Посмотри, эта большая лягушка сделала корзину еще тяжелее. Теперь она весит 16. Что больше, 16 или 15? 16! Их корзина тяжелее нашей. Мы добрались до верха! Спасибо за помощь, лягушки! Помоги найти самую крепкую скалу. Самая крепкая, самая большая. Какая больше двух других? Это! Точно! Готов, огурчик? Готов! Скала пока держится. Мы выбрали правильно. Ура, огурчик, ты молодец! Мы идем, дедушка! Куда же нам дальше двигаться? На этот раз самая крепкая скала та, что без трещин. На какой скале нет трещин? На этой, да! Вот на этой скале мы будем целы. А-а-а! Бабочки! Держись, деда! Мы уже близко! Для прыжка нам нужна самая большая скала без трещин. Какая скала без трещин больше других? Это! Да! Я иду, дедуля! Огурчик на взлет! Ты справился! Ты спас меня, огурчик! А, я так горжусь тобой! А, спасибо, деда! И раз ты спасен, мы можем зажечь костер и пожарить зефирок! А я, видимо, очень хочу зефирок! Послушай, как бурчит у меня живот! Глупый деда, это не твой живот, это вулкан просыпается! Вулкан просыпается! Надо убираться из вулкана и быстро! Держитесь, друзья! Я вытащу нас отсюда с помощью суперскорости! Ушки! Чтобы придать нам суперскорость, крикни: гони! Гони! Смотри, вспыш! Опять тоннели! Интересно, куда он поехал на этот раз? Эй! Я видел рыцаря! Он поехал в туннель под флагом с двумя квадратами! На каком флаге два квадрата? На этом, верно! Смотрите, рыцарь вон там! Поберегись! Скорее, вспыш! Ой-ой! Куда он поехал в этот раз? Вспыш! Вспыш! Это принцесса! Я видела рыцаря! Он поехал в тоннель под флагом с тремя треугольниками! Присмотритесь! На каком флаге три треугольника? На этом, да!
Спасибо, принцесса! Вот и рыцарь! Пора бы нам уже починить рыцаря! Да! Нам нужно догнать рыцаря, пока он не попал в ров с грязью! Пристегните ремни, команда! Пора применить суперскорость! Чтобы придать мне суперскорость, скажите «Гони!» Гони! Ничего себе! Остановился! Ага! Ты успела, Гэби! Я в порядке! Смотри, обезьяна скользит по лиане! Держись, Эй-Джей! Ой-ой! Лиана разветвляется в разные стороны, и мы не знаем, куда побежала обезьяна! Используем мой визор, чтобы понять, куда нам ехать. Переключаюсь на спортвизор! Визор показывает, что обезьянка съехала по лиане с двумя петлями. На какой из этих лиан две петли? На этой, да! Поехали, Вспыш, нам туда! Ха-ха-ха! Смотри, вон обезьяна! Поехали! Выхлоп! Еще одна развилка! Куда она побежала на этот раз, Эй-Джей? На этот раз обезьянка съехала по лиане с петлей и зигзагом. На какой лиане есть и петля, и зигзаг? Вон на той лиане! А вот и мы! Да! Вон обезьяна с нашей веревкой! О, кажется, она расстроена. Да, она пытается достать что-то из ямы, но не может дотянуться. Это ее банан! Не волнуйся, обезьяна, мы поможем достать твой банан. Готов, Эй-Джей? Готов! Взял! Вот, держи, малышка! О, на здоровье! Ну, отдай нам, пожалуйста, эту веревку. Она нужна для парусника. Спасибо, обезьянка. О, сэр Вспыш! Вы спасли меня! Скорее, за мной! О, надо же! Лабиринт полон этих слизистых вьюнов. Как же нам мимо них проехать? Да не волнуйтесь, Эй-Джей и я проведем вас мимо них. В лабиринте много ходов, которые ведут к слизистым вьюнам. Но есть проход, который проведет нас мимо вьюнов и выведет из лабиринта. Ура! Веди же нас, сэр Вспыш! Запомни, чтобы не попасть к слизистым вьюнам, нам необходим проход, ведущий дальше. Чтобы проехать дальше, нужно выбрать проход номер один, номер два или номер три. Проход один, да! Там слизистый вьюн не перегораживает дорогу. Новая развилка! Мы должны выбрать, куда нам поехать. И нужно мудро выбирать. Мы же не хотим снова наткнуться на слизистых вьюнов. Чтобы проехать дальше, нужно выбрать проход номер один, номер два или номер три. Проход три! Точно! Вперед! Давайте быстрее! Да! Ура! Вперед! Отлично! Мы почти выбрались из лабиринта. Верно! Но здесь путь снова разделяется. Чтобы проехать дальше, нужно выбрать проход номер один, номер два или номер три. Проход два!
Чтобы доехать до того вулкана, надо найти какой-то способ перебраться. О, я знаю способ! Можно прыгать через лаву по каменным площадкам. Это отличная идея, Рик. Но придется быть осторожными. Некоторые из них вряд ли выдержат наш вес. Если мы прыгнем не на ту плиту, она обрушится. Ну и какие из них безопасны? Вот две плиты. У них есть поддерживающие опоры. Для надежности давайте прыгать на ту из них, у которой опора наибольшая. У какой из них опора больше? У этой, да! Держись, Яркий! Сейчас мы будем прыгать! Один, два, три! Прыгай! Смотрите! Хорошо, что мы на ту не прыгнули. Ну-ка, выберем, куда прыгнем дальше. У обеих плит по две опоры. Но для безопасности нам нужна плита, у которой опоры с двух сторон. У какой из них опоры с каждой стороны? У этой, верно! Прыгаем! Мы снова выбрали правильно. Яркий! 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 Все верно, Яркий. Нам осталось прыгнуть один раз. Эти опоры выглядят довольно хлипко. Чтобы безопасно перепрыгнуть, нам нужна плита, у которой больше опор. У какой плиты опор больше? У этой, верно. У нее три опоры, а у другой только две. Готовься! Прыгаем! Отлично! Ну что ж, все вперед! Мы преодолели эту лаву! Осторожно, Ватс! Впереди еще один свалочный робот! И он кидается не мусором, он кидается досками! Назад! Чтобы обойти этого робота, нужна машина, которая может пилить дерево! Посмотрим! Я нашла тостер и пилу! Что использовать, чтобы распилить дерево? Это тостер или пилу? Пилу! Верно! Электроразряд! Отлично, Вспыш! Погляди, мы почти выбрались со свалки! О, нет! Ватс, осторожно! Выхлоп! Там еще один робот! И он кидается большими глыбами льда! Спокойно, Вспыш! Я найду то, что расплавит этот лед! Я нашла фен для волос и часы! Что использовать, чтобы расплавить лед? Фен для волос или часы? Фен для волос! Электроразряд! Отличная работа, Вспыш! Спасибо, Ватс! Благодаря электричеству ничто не помешает нам спасти наших друзей! Электроразряд! Смотрите, этот гейзер выпускает пар! Да, это тепло из глубины земли! Ладно,
отдаешь геотермальную энергию. Но этот гейзер слишком далеко. Не волнуйся, друг Крошила. Мы тебя подтолкнем. Подтолкнете? Работает! Тепло от гейзера заряжает аккумулятор Крошилы. Вперед! Найдем еще гейзеры, чтобы зарядить его аккумулятор полностью! Смотрите внимательно. Когда увидите пар, идущий из-под земли, скажите «пар». Пар! Держись, Крошила! Отлично! Его аккумулятор продолжает заряжаться! Эй, держись, дружище! Мы сейчас найдем тебе еще один гейзер! Помогите нам! Увидите пар, поднимающийся из гейзера? Скажите «пар»! Просто не верится! Аккумулятор почти заряжен! Нам нужно найти еще один гейзер! Если увидите пар, поднимающийся из гейзера, скажите «пар»! Полный запас энергии! Получилось! Я заряжен! Малыши, а где вы? Вон! Топтун, Пискун и Кусака впереди! Ой-ой! Яблоко на дереве едва держится. Сейчас упадет. Малыши, осторожно! Не бойтесь, тираннозаврики! Робосила! Ну, теперь все хорошо. Ладно, тираннозаврики, держитесь позади нас на случай, если фрукты опять начнут падать. Берегись! Там упали 3 гигантских апельсина! И еще один! Сколько всего апельсинов упало? 4! Верно! Вперед, Зэк! Нужны 4 сильных удара! 1, 2, 3, 4! Ой-ой, упал огромный кокос. А за ним еще 2. Сколько всего кокосов упало? 3. 1, 2, 3. За мной, динозаврики! О, нет! Зэк видит 2 огромных ананаса! А за ними еще 3! Сколько всего ананасов упало? 5! Верно! Готовим 5 ударов! 1, 2, 3, 4, 5! Мы преодолели фруктовые деревья. О, настала пора детишкам перекусить. Они были голодными. Помоги нам сбивать это мороженое. Когда увидишь, что летит мороженое, кричи «мороженое!» Мороженое!
Отлично! Ты, главное, следи, не летит ли еще мороженое. Увидишь, что летит мороженое, кричи: мороженое! Мороженое! Попал! Да! Продолжай следить. Когда увидишь, что летит еще мороженое, кричи: мороженое! Мороженое! У-ху! Отлично! Смотри, там огромная машина для мороженого. Кажется, она сейчас выстрелит. Если увидишь, что она стреляет, кричи: мороженое! Мороженое! У-ху! Да! О, да! Пока, мороженое! Скажите, если увидите лаву, чтобы я мог заморозить ее пушкой с мороженым. Когда увидите лаву, скажите: лава! Лава! Перебрались! Но не забывайте, вокруг еще много лавы. Когда увидите лаву, скажите: лава! Лава! Мы почти объехали этот вулкан. Нам осталось совсем чуть-чуть. Если увидите лаву, скажите: лава! Лава! У-ху! Ого! Получилось! Мы охладили мороженым целый вулкан! Помогите! Эй, похоже, это была Кимми! Да! Наверное, она где-то над этими шестернями. Давайте поищем ее. Увидите крольчиху Кимми, скажите: Кимми! Кимми! Вон она! Держись, Кимми! Ура! Эй-Джей! Давай за мной, Кимми! Я спущу тебя! Кимми спасена! На помощь! Вых! Вспых! Кажется, это Джимми! Похоже, он где-то наверху! Я здесь! Я здесь! Помогите найти его! Когда увидите Джимми, скажите: Джимми! Джимми! Не волнуйся, Джимми! Я иду! Держись, Джимми! Мы спускаемся! Да! Отличная работа! Осталось спасти последнего крольчонка! Малышку Флоппи! Флоппи! Ты где там? Ну вот, похоже, Флоппи на самой вершине часовой башни. Помогите ее найти. Когда увидите Флоппи, скажите: Флоппи! Флоппи! Флоппи здесь! Вау! О, нет, Флоппи! Надо скорее забрать оттуда Флоппи, пока она не упала. Время для суперскорости! Чтобы придать мне суперскорость, скажите: гони! Гони! Поймал! Ура! Вспыш-спад, Флоппи! Всегда пожалуйста, малышка! Ну, держись крепче!
Помоги мне направлять щеподробилку на эти бревна. Когда увидишь, что на нас катятся бревна, крикни «Бревна!» Бревна! Отлично! Да! У тебя отличная дробилка, Вспыш! Вперед! Двигаемся дальше! Когда увидишь, что катятся еще бревна, крикни «Бревна!» Бревна! Ха-ха! Осторожно, детки! Я слышу, там есть еще бревна! Когда увидишь, что катятся бревна, крикни «Бревна!» Бревна! Отлично! Еще совсем немного, и мы доедем до вершины холма! Когда увидишь, что катятся бревна, крикни «Бревна!» Бревна! Это мое! Да! Да! Мы пробились через бревна! Предупреди, если увидишь курицу, чтобы я успел включить огни очень ярко. Когда увидишь рядом курицу, крикни «Курица!» Курица! Сработало! Если включить гоночные огни очень ярко, ночная курица убегает. Поехали дальше. Но будь осторожен и ищи других куриц. Увидишь рядом курицу, кричи «Курица!» Курица! Классно! Продолжай смотреть. В темноте прячется еще много ночных куриц. Когда увидишь рядом курицу, крикни «Курица!» Курица! Да! Когда увидишь еще одну, крикни «Курица!» Курица! Осталась еще одна. Когда увидишь последнюю курицу, крикни «Курица!» Курица! У-ху! Смотри, а вон и выход! И-ха! Мы проехали мимо ночных куриц! Нам помогли гоночные огни! У-ху! Горилла, круши! Отлично, Горилла Вспыш! Теперь никакая стена нас не остановит! Ура! Помоги использовать руки гориллы, чтобы разбить все огромные стены на нашем пути! Когда увидишь большую стену, крикни «Стена!» «Стена!» Да! Смотри внимательно! Увидишь еще одну огромную стену, крикни «Стена!» «Стена!» Увидишь еще одну стену? Крикни «Стена!» «Стена!» Да! Отлично! Молодец, Вспыш! Ты просто настоящая горилла! Ха-ха, да! Ого! Берегись! Ребята, держитесь! Что это еще такое? Как будто вода сливается в водосток. Это же водоворот! Когда вещество движется по кругу, это называется вихревой поток.
В океане это вещество вода, а явление – водоворот. И если в него заплыть, он может потопить корабль. Что скажешь, капитан? Сможешь провести нас мимо водоворота? Если кто и сможет, это я, пират-капитан Крюк! Ты справился, капитан! Да, но лучше быть поосторожнее. Дальше могут быть еще водовороты. Смотри в оба и дай мне знать, если впереди будут водовороты. Увидишь, что вода крутится водоворотом, крикни: «Водоворот!» Водоворот! Держитесь, парни! Отлично! Наблюдай! Если увидишь еще один водоворот, крикни: «Водоворот!» Водоворот! Превосходно, сэр! Мы почти у ключа! Если увидишь еще один водоворот, крикни: «Водоворот!» Водоворот! Придержите треуголки, ребята! Потрясающе! Посмотрите, парни! Вот и наш синий сапфировый ключ! Ха! Мы добыли первый ключ! Ой-ой! Сестер унесло течением, и мы не знаем, где они! Я где-то здесь! О, кажется, это моя сестра Лили! Чтобы найти ее, нам надо смотреть очень внимательно! Увидишь сестру огурчика Лили? Крикни: «Лили!» Лили! Ой! Огурчик! О, Лили! Огурчик! О, а это, наверное, Милли! Найдем ее! Увидишь сестру огурчика Милли? Крикни: «Милли!» Милли! Ура! Милли! Милли! Эй, а кто-нибудь видел Тилли? Я тут! Увидишь сестру огурчика Тилли? Крикни: «Тилли!» Тилли! Осталось найти всего одну сестру. Фрилли! Увидишь нашу сестру Фрилли? Крикни: «Фрилли!» Фрилли! Йеху! Лили, Милли, Тилли, Фрилли! Я счастлив, что вы цел! Готовься, Вспыш! Акула направляется к нам! Снежная пушка за работу! Снежная пушка работает! Ну, смотри внимательно! Где-то недалеко все еще плавают снежные акулы! Увидишь еще одну акулу? Крикни: «Снежная акула!» Снежная акула! Смотри в оба! Где-то здесь еще две снежные акулы! Когда увидишь еще акулу, крикни: «Снежная акула!» Снежная акула! Осталась лишь одна акула. Увидишь последнюю акулу? Крикни: «Снежная акула!» Снежная акула! Ой,
Справились! Ух ты! Посмотри, сколько тут скейтбордов, воздушных змеев и мягких игрушек! Наверное, это фабрика игрушек! В таком месте наверняка спрятаны яйца! Давай, помогай нам искать! Когда увидишь яйца, крикни «Яйца!» Яйца! Да, вот они! У-ху! Отлично! Мы нашли 7 яиц! Ну что ж, давай-ка попробуем найти еще! Когда увидишь яйца, крикни «Яйца!» Яйца! Ха-ха! Отличная работа! Мы нашли 8 яиц! Но здесь может быть и больше! Давай посмотрим вон там! Когда увидишь яйца, крикни «Яйца!» Яйца! Да! Вот еще 9! У-ху-ху! Мы справились! Мы нашли все яйца на фабрике! Давай-ка их сосчитаем! Да, для этого нужен калькулятор. Яиц было 20. Потом мы нашли еще 7. Плюс 7. Плюс еще 8. Плюс еще 9 в конце. Теперь надо нажать равно, чтобы узнать, сколько всего мы нашли. Мы нашли 44 яйца! Ого! Это много! Но чтобы получить кубок, нам надо найти еще больше. Да! Чтобы победить в конкурсе, нам надо найти 100 яиц! Поехали! Будем искать дальше! Ты можешь набрать воды и разбить те земляные шары? Класс! Наберем побольше воды и в бой! Давайте скажем слону, когда лить воду. Увидите земляные шары, скажите «Земляные шары!» Земляные шары! Да! Отличная работа, слон! Едем дальше. Когда увидите земляные шары, скажите «Земляные шары!» Земляные шары! Я-ха! Осталось совсем чуть-чуть. Когда увидите земляные шары, скажите «Земляные шары!» Земляные шары! Да! Отлично! Мы разбили все шары! Спасибо тебе, слон! Вспыш! Пиджей! Наверху! Я слышу Рыка! Он должен быть в одной из этих ловушек! Используем рентген и найдем его. Запускаем рентген-фотоны. Смотрите на ловушки. Когда увидите Рыка, скажите «Рык!» Рык! Держись, Рык! Ура! Спасибо, Вспыш! Эй, там! Я наверху! Это Старла! Держи, Старла! Мы тебя найдем! Запускаем рентгеновские фотоны! Увидите Старлу? Скажите «Старла!» Старла! Держись, Старла! Здорово! Спасибо, ребята! Нам осталось найти Зега! Похоже, он где-то в тех ловушках.
Запускаем рентгеновские фотоны! Когда увидите Зега, скажите «Зег!» Зег! Зег! Вот здорово, Вспыш! Ты освободил нас из этих ловушек! Смотрите! Кубок победителя гонки! А летучий хватун уже разряжается! Кубок сейчас на крыше того здания! Ой-ой! Крушило почти там! Наконец-то он станет моим! Только моим! Надо спешить, если мы хотим успеть забрать чемпионский кубок раньше Крушилы! Используем суперскорость! Чтобы придать мне суперскорость, скажите «Гони!» Гони! Я почти достал этот кубок! Да! Здорово! Ура! У-ху! Вспыш, получилось! Ты забрал кубок! Смотрите! А вот и крабы с поршнями! Они убегают в пещеру! Скорее за крабами! Ого! Как же тут темно! Кажется, я слышала краба. Я знаю, как их найти. Нужно включить фары. Помогите нам найти крабов. Как увидите краба, скажите «краб». Краб! Привет, крабик! Этот поршень не сокровище. Он принадлежит нашей подруге, и он ей очень нужен. Спасибо, краб! Кажется, рядом еще один краб. Помогите найти его. Когда увидите краба, скажите «краб». Краб! Привет, краб! Не отдашь нам поршень? Спасибо! Нам осталось найти всего одного краба! И я слышу, что он где-то недалеко! Увидите последнего краба? Скажите «краб»! Краб! Привет, краб! Мы заберем этот поршень? Спасибо, дружочек! Отлично! Мы собрали все поршни! Скорее вернем их назад в пиратке! Да! Арррр! Вы вернулись моими поршнями! Этими мягкими игрушками мы можем усыпить всех большерогов! Слушайте, кажется, это еще один большерог. Он где-то прячется. Смотрите внимательно. Увидите большерога, скажите «большерог». Большерог! Это тебе, здоровяк! Он заснул! Да! Кажется, еще один большерог прячется рядом. Помогите искать! Увидите большерога, скажите «большерог». Большерог! Он за тострами! Спокойной ночи! Ха! Отлично! Нам осталось усыпить всего одного большерога. И кажется, он где-то здесь.
увидите Большерога, скажите «Большерог». Большерог! Сладких снов, Большерог! Спасибо, что помогли обойти Большерогов! Эй! А теперь куда делась макаронная воровка? Используем наблюдение, чтобы выяснить, куда она делась сейчас. О, это я смогу! Полицейский прожектор, свет! Когда заметите рыжие куриные перья, скажите «рыжие перья». Рыжие перья! И смотрите! Вон там макаронная воровка! Мы почти ее поймали! Офицеры, в погоню! Курица, наверное, где-то здесь, в магазине игрушек. Тогда мне нужно применить наблюдение, чтобы узнать, где она прячется. Как заметите рыжие перья, скажите «рыжие перья». Рыжие перья! Это означает, что макаронная воровка прячется вон там! Ладно, макаронная воровка, пришло время отдать макароны. Но зачем ты это сделала, курочка? Зачем забрала все макароны? О, макароны нужны были тебе, потому что ты потеряла корзинку для пикника и была голодна. Ха, странно, но я только что нашел корзинку вот здесь. Ты ее нашел! Эй, смотрите, кажется, я вижу подарки! Вон там! Да! Они застряли в снежных шарах! Ой-ой! И шары покатились вниз! Выхлоп! Нам надо достать эти подарки из снега! Эй, Джей, поддай-ка больше грузной скорости! Снежные шары должны быть где-то рядом. Скорее! Давайте найдем их! Когда увидите снежный шар, скажите «снежный шар». Снежный шар! Мы нашли часть игрушек. Осталось еще 3 снежных шара. Помогите их отыскать. Когда увидите снежный шар, скажите «снежный шар». Снежный шар! Да! Осталось всего 2 снежных шара. Если снова увидите шар, скажите «снежный шар». Снежный шар! Остался 1 снежный шар. Увидите снежный шар? Скажите, снежный шар. Снежный шар! Скорее, вспыш! Игрушки катятся к обрыву! Большой груз вперед! Мы справились! Мы спасли подарки!